Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро иллюминатов. Есть такой расклад «Свет надежды». Он смотрится сразу на обоих партнеров, то есть будет слева это вы, справа это ваш партнер. Так, вы партнер, кто вы на самом деле? Это вы. Вы раскрытая личность, у вас духовный рост. Вы позитивная, откровенная, искренняя такая, да, то есть у вас очень сильно идет развитие в духовном плане, это может быть магическое, эзотерическое, психологическое, то есть вы все время что-то изучаете, двигаетесь вперед, вылезаете из собственной скорлупы, то есть самодостаточная личность. Ваш партнер очень терпеливый, умеет ждать, терпеть, умеет даже, скажем так, переступать через себя для того, чтобы были в дальнейшем перспективы, он готов сейчас подождать и потерпеть. Счастливы ли порознь друг от друга вы? Ну, для вас это сложная как бы проблема, у вас внутри есть какие-то недоговоренности, какие-то конфликтные такие вопросы, то есть я бы не сказала, что вы счастливы, есть моменты, которые вас не устраивают. Он вообще себя чувствует ущербным, проблемы с деньгами, вот без вас он вообще как будто бы оторвали часть его, и чувствует он себя совершенно некомфортно. Будете ли вы счастливы, если будете порознь? Вы будете счастливы, вы яркая, перспективная, может быть, даже какая-то знаменитость. Ну, то есть вы такой маленький ребенок в душе, и вы счастливы вот этим детским пониманием жизни. Он активно молодой человек, будет искать себе приключения, если он будет порознь, но только для сексуальных каких-то отношений. Очень любит работу, очень отдается много в работе, очень много в поездках. Ну, то есть он уйдет с головой в работу. Итог жизни отдельно друг от друга. Итог жизни отдельно. Для вас будут открываться очень большие перспективы, вы будете развиваться, вы не будете стоять на месте. У него ничего в жизни без вас не получится. То есть без вашей энергии он просто задохнется. Так, счастливы ли вы вместе? Вам нравятся традиции семьи, вам нравится комфорт, уют в этих отношениях. То вы реально с ним вместе счастливы. Для него это беспокойство, это делание из муки слона, он все время переживает, он сам себя накручивает. Так, истинный мотив быть вместе вам. Но вы хотите умиротворения, спокойствия, хотите прожить в жизни с человеком, который вас устраивает. Ваш партнер, истинный мотив, он хочет победить ситуацию, он хочет добиться, чтобы быть вместе, поэтому для него это очень сильный мотив. Будете ли вы верны друг другу? Вы, в принципе, можете и найти себе приключения, потому что вы очень позитивный, солнечный человек, притягиваете мужчин, и здесь уже устоите, не устоите, это дело десятое. Он такой мужчина, который, конечно, хаос, но на измены в отношениях тоже не готов. Так, смотрим дальше. Будете ли счастливы, если будете вместе? Но вы постараетесь, скажем так, забыть все нехорошее, оставить все в прошлом, да, и все-таки наслаждаться друг другом. Будут ли у вас дети? Ну, вас тут показывают принцессу мечей, девочку, такую вся в маму, будет активная, хулиганистая, которая будет острая на язык. Ну, то есть такая папе, скажем так, напоминание о маме в молодости будет. Будете ли вы вместе до самого конца? Да, у вас будет самодостаточная семья, построена на традициях, на детях, на почитании взрослых.
То есть вы как раз-таки созданы друг для друга. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.